Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Правда ли, что люди стоят выше ангелов? Вы знаете, конечно, ангел многократно сильнее человека. Ангел – духовное существо, не плотью, которое не болеет, не умирает, и сила которого такова, что явление ангела вызывает у человека страх. Узывает у человека страх, и потому что открывает ему путь к Богу. В ангеле человек соприкасается с Божьей славой. Но тем не менее, апостол Павел называет ангелов служебными духами, но служение людям посылаемыми. В послании к Коринфянам он говорит, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Что святые будут судить ангелов? И это действительно вызывает сначала удивление, если мы не смотрим на крестный подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Господь говорит так. «Сын человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для спасения или для искупления, в другом переводе, многих. Сын человеческий, сам Господь наш Иисус Христос, служит нам. Сильнейший служит слабейшим». И это свойство любви, и это свойство любви проявляется в жизни ангелов, которые служат людям, они служат нам по Божьему благословению, потому что Бог есть любовь и по любви, потому что они нас тоже любят. И в этом смысле ангелы, поскольку служат, то тот, кто служит, он находится ну, в человеческом падшем понимании ниже, чем тот, кому служат. Если смотреть через подвиг Христов, то тот, кто служит, он выше, как Христос, потому что он больше любит. Вот э, Надо сказать, что этот принцип, когда сильный служит слабому, это христианский принцип, который вошел полностью во всю христианскую культуру. Ни в одной другой культуре невозможно себе представить, чтобы мужчина уступал вместо женщины, если это не, не просто элемент современного флирта. Вот так, чтобы это было издревле, когда сильный несет сумку за слабого. Это по любви и так только в христианском сообществе возможно. Потому что мы все глядим на подвигоположника, начальника нашей веры Господа Иисуса Христа, который нам послужил. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.